Топ-10, да, входите? Вы топ-10 строительной компании, да? В России или в Москве? Металлоторговцы. Металлоконструкции? Металлоторговцы. Металлотрейдер. Топ-10 компаний в сфере металлотрейдеров. Топ-20. Топ-20 в сфере? Металлотрейдеров. Металлотрейдеров. Алло. Евгений, да? Алло. Алло, Евгений. Да. Добрый день. Добрый. Меня Владимир зовут. Я звоню по такому достаточно неординарному вопросу. Есть у вас пару минут буквально? Да, ну дело в том, что я работаю в сфере подбора персонала, и сейчас, занимаясь поиском человека на одну из таких топовых позиций, это коммерческий директор, компания ТОП-20, как металлотрейдеров в России, такие довольно интересные объемы, и пакет компенсационный. Слышно меня, да, сейчас? Да. Ага, ну, я, откровенно говоря, к вам по цепочке контактов вышел, я кроме вашей должности, вашего имени, толком-то ничего не знаю о вас, но... Ну, у меня два вопроса. Но знаю, что вы давно в этой сфере работаете. У меня два вопроса. Первое, могли бы вы мне кого-либо порекомендовать? Ну, не знаю, вот каких-то людей, которые, на ваш взгляд, достойны и ну, просто на рынке находятся или как-то готовы что-то рассматривать? Рекомендовать, получается, на должность? На коммерческий директор, да. Управляющая позиция. Компания получается? Ну, да. Мне сейчас, ну, там, по городскому телефону сейчас не хотелось бы озвучивать сразу же. Ну, там, позднее я расскажу все детали. Вот. Ну, не знаю, и второй вопрос, не знаю, гипотетически, там, если это корректно, ну, не знаю, на будущее, на перспективу, может быть, насколько для вас подобная вакансия могла быть интересной? Ну, так, поговорите. Ну, я пока не могу ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, что конкретно предлагается. Угу, понял. Поэтому не могу ответить, интересно мне это или нет. Запишите мой мобильный, может быть, тогда, что по городскому, наверное, не очень удобно все эти. Именно сейчас. 105-400, да? А, да, да, это мой, да. Угу. Да, и ваш разрешите, я тогда запишу. Восьмерка. Запишите 926. Ага. 541. Ага. 0402. Ага, когда лучше перезвонить? Ну, когда удобно. Ну, это... Позвоните, можете перезвонить. Позвоните. Хорошо, да я ближе к вечеру наберу? Или кто позвонит? Да, хорошо. Вас как зовут? Руководство. Да, меня Владимир зовут. Ну, я вот как, курирую отдел подбора персонала. Я, может быть, знаете, как делаю? Я прошу, чтобы мой коллега, скажем, мой руководитель перезвонил после 6, и вы уже с ним все обсудите, он все расскажет. Хорошо. И все вопросы задать, может быть, или порекомендуют, соответственно, или, может, вторая дорога. Ну, в общем, сами решите, Евгений. Хорошо. Спасибо за открытость, хорошего вам дня, и тогда до вечера созвонимся. Да. Угу. До свидания. Ждите звонка, Владимир. Вы записали, да? Да. Ага. Может,